гранаты с собой. Даже коктейли Молотова. Противотанковые или связка? Блин, шайтан арба какая, блин. Несется, блин. Ах, Одесса, развалина у моря. Да, ах, Одесса, ты знала много горя. Но такого еще не знал. При немцах такого не было. Ну, не то слово. Золотой век. Такой вильный и незалежный. Да. Ага. Жемчужина уже не рада, что вылезла из своей этой раковины. Ой, какой кошмар. Улица Преображенская, бывшая Советской Армии. Это они ее специально декоммунизировали так и таким образом отплатили за все Советской Армии. Ай, блин. Ну что, окопы уже готовы? Да, готовые окопы, все. А, вот он в чем сакральный смысл. Так это мы готовимся к обороне Одессы. Да. Вот это да. От российско-фашистских захватчиков. А я даже не врубился. От российско-фашистских захватчиков этой, да, обороны. Снимай, снимай. А, одесситы, вот сюда поставим. Броневичок. Вот сюда мы поставим. Броневичок и все. Ага. Ух ты, он привез кусок троса за 10 километров. Выкинул. Нате вам. Бля, это сколько видел, он ехал, да? Чтобы трос привезти, бля. Спалил бочку это. Баррель бензина дорогого, 98-го. Баррель соляры спалил. Привез трос ковшек. Три модуля. Смех и грех. Сюда присоединим три модуля скорострельных, самонаводящихся. Все с установкой новые украинские ракеты. Новые. Так, что там у нас еще есть? Украинские. От этого как ни скажи, а от этого мощь нашего оружия не увеличится. Так, ну он посмотри, что мы будем с ними делать. Сейчас он заберет один кирпичик и повезет обратно. Посмотри только, что мы с ними будем делать, как мы их будем рвать. Где же мы их хоронить-то будем? Ай, блин. Так, а что же это он умудряется тут? Ковш некуда закопать, что ли? Отмыть ковш. А, это он везет вот этот вот кирпич. Ты посмотри, голь на выдумке хитра. Чтобы не гнать кран, у нас универсальный Volvo экскаватор. Все это все вытворяет. Все, сломали забор за 1 000 000 гривен. Спишут, отмоют теперь 1 000 000 гривен на забор. Так, 1 000 000 гривен мы уже отмыли. Надо еще. И больше кидай дальше. Так. Он уже пошел с двумя лопатами. Ну, самое главное, что курортный сезон начинается, все работы. Это ж как всегда. В прошлом году Аркадию гондонили. В этом году Потемкинскую лестницу. Ювелир. Ну. По-моему, спаленная солярка стоит дороже, чем этот, блядь. В один блок цемента, 100%. Цемента, а это грузовик. Что, грузовик пригнали. А, да. Сколько они жрут, блядь, это можно было 20 блоков купить, блядь, завалить все. Они заплатили мне эти деньги, я бы им этот блок на тачке бы завез. Ну, за бочку солярки, конечно. О, твои корешаны. Наши скоро будут коренные жители. Ну все, пойдем. Нас ждут великие дела, да. И солнечные края. Пойдем готовиться. Все, пока. Вот в таком снимает уже? Да. А? Вот в таком виде у нас сохраняются и берегутся памятники архитектуры, старины и зодчества. А вот в таком виде у нас, в таком состоянии у нас дороги. Но это еще не самая крупная ямка на наших трассах.
Это у нас такой не бег с препятствием, а езда. Я бы сказал словом в рифму, ну ладно, воздержусь. Это у нас такая езда. У нас это ездой зовется. Вот такие у нас траншеи, центральные улицы, улица Преображенская, бывшая Советской армии, которую декоммунизировали и специально раскопали до самого, какой там плинтус, да, ниже всех коммуникаций. Ниже этой, ну туда, где все сливают, как она, канализация. Помойка. Помойка, да. А в городах, это, а в остальной части города какие пробки, это я вам даже передать не могу. И это еще только апрель. А что будет летом, это будет какой-то кошмар. Золотой век Украины. Самым, что ни на есть. В лучшем варианте. Не, живем по-новому, життя по-новому. Я вам обещаю. Нам обидено? Да. Без виз обещаем мы. Да, життя по-новому, без виз, без света, без газа, без электричества, без воды, но с офигенными... Не, все это будет уже элитное просто. Но с офигенными... И не для всех. Тарифами, да. За облачными, европейскими. А, ну да, у нас европейское життя, это только по тарифам. По зарплате не обязательно. По зарплате это когда-нибудь. Но не сегодня и не завтра. А вот по тарифам это уже мы сегодня в день планеты всей. Универсальный Volvo-погрузчик.